Утро доброе, девочки, мальчики. Не обращайте внимания, у меня масочка кислотная на лице. Сегодня у нас среда. Нет, подождите, у нас сегодня четверг. И у Натали выходной. И я решила снять влог. Сегодня я встала раньше. Где-то часов 8. Правда, уже полдесятого, но я еще в телефоне залипала. Но, тем не менее, для меня это уже рекорд. Встала я раньше. И сегодня у меня есть планы. Есть планы какие? Первое — это поработать. У меня две работы. Я дизайнеру, вторая работа моя. И надо там поделать дела. Сейчас покушаю, сяду по дизайнеру. Второе, по возможности, это фигуру подкачать. Потому что я уже такая дряблая стала. Танцев пока нет. Никак девочки не собираются. Третье — это сходить на ногти. И свои когти подпилить. Потому что они у меня уже очень длинные. Я хочу квадрат. Надо будет сходить поздравить Томочку, мою маникюрщицу. Девочку по ногтям покажу, что я буду дарить. И ребята позвали вечером на каток. Но сейчас 0 градусов. Там все такое расстающее. Не знаю, насколько это получится. Но, в общем, пока планы такие. Так что давайте делать эти дела вместе. Я надеюсь, сегодня у меня будет желание что-то делать. Но вы знаете, я когда встаю вот пораньше, у меня больше сил, чем я встаю там в 11. Да, хочется поспать, поваляться, но все-таки бодрость ощущать лучше, чем вялость. Забыла рассказать, пойду, у меня чайник там закипел. Забыла рассказать, я на следующей неделе беру отпуск на неделю. Ну, как на неделю? У меня там, по сути, получается, на той неделе 4 выходных дня и 3 рабочих где-то получается, да? Так же у нас неделя складывается. Ой, нет, 3 выходных и 4 рабочих дня. И вот эти 4 рабочих дня я беру как отпуск. Немножко надо привести дела в порядок, себя в порядок, все свои работы, вторые хобби привести в порядок. Так что буду по возможности что-то делать за эту неделю. Да и на работе не сильно много работы, так что начинаем наш день, и надеюсь, он будет классный. Кстати, помните, я начала пить жидкий коллаген, и я уже начинаю видеть результат. Первый результат — то, что ногти растут просто на дрожжах. Очень быстро. И волосы выросли быстро. И немножко не так стали выпадать. Чуть-чуть меньше. Это пока весь эффект, который я заметила. Прыщи как были на лице, так и остались. Вот, так что где-то что-то поправлю, уже хорошо. Так что пейте витаминки и просыпаемся. Так, я уже собралась. Помыла, кстати, волосы. Уложилась. Такие они у меня красиво, какие-то рыжие после этого шампуня. Вот такая красотка. Вот. Короче, хочу рассказать вам одну историю. Как говорится, если в жизни ничего не происходит, то мы будем чудить сами. Зарегистрировалась я на сайте знакомств. Баду называется. Так, зарегистрировалась я на сайте Баду. Сайт знакомств, кто не знает. Думаю, ну блин, хоть пообщаюсь с кем-то, мало ли, может, найду свою судьбу. И поставила сначала геолокацию своего города. Естественно, что я почти все знаю из этого города, никого там нормального нет. Пишет мне один парень моего возраста, типа там, чем ты занимаешься, все такое, разговорились, и я такая, блин, ну типа, мне неинтересно, я удалила диалог. Он продолжал мне писать, продолжал. И вот сегодня что-то списались с ним. Не знаю, блин, что меня клеймануло. Думаю, ну схожу с ним. Хотя бы кофе попью, пообщаюсь, блин. Не скажу там, что мне сильно надо сейчас отношения. Просто интересно, как я себя буду чувствовать в общении с противоположным полом спустя такое время. Вот, и сегодня пойдем с друзьями на каток. И после катка пойдем выпить кофе с этим чуваком. Посмотрим, что из этого выйдет. У меня уже, знаете, готов запас
сарказма и издевательств в его адрес, потому что я вообще как-то не настроена иметь отношения, наверное, сейчас. Хочется, конечно, но я не знаю, какой теперь должен быть мужчина или парень, чтобы я захотела с ним строить отношения дальше. Так что будет интересно. Не знаю, смогу, ну, буду я что-то снимать или нет. Возможно, попробую что-то снять. Вот, это будет смешно. И как назло, когда я собралась на каток, у нас все опять растаяло. Это капец. Так, я еще хотела показать вам, что я дарю своей девочке по маникюру. Ее звать Тома. Я ей когда-то делала фотосессию. Очень классные фотки получились. И я ей сделала картину на холсте. У нас на работе такое мы делаем. Я ей сделала картину на холсте. Там хитрым способом взяла у нее эту фотку, которая ей нравится. Я сделала такую картину на холсте. Это она, Тома. Пойду дарить сейчас. На день рождения скоро, но я не смогу ее в день рождения поздравить, поэтому решила поздравить сегодня. Вот. И сейчас зайду, куплю ей коробочку конфет и будем делать ногти. Я буду делать квадрат, я уже сказала. Надо, правда, еще выбрать этот маникюр. И сейчас у меня остается минут 15 для того, чтобы выйти и идти к ней, поэтому выберу ногти. Зашла в магазинчик, тут по пути купила конфетки Миллениум и чай. Лаваре. Блин, коробка конфет 165 гривен стоит в магазине маленьком. Я в шоке. У меня уже, конечно, нет времени идти в какой-то другой магазин. Пришлось покупать здесь. Конечно, я удивлена. На улице все растаяло. Тает плюс 2. Я не знаю, куда мы собрались, на какие коньки. Это будет смешно и весело. Учитывая, что впереди еще морозы. Я, как всегда, как только соберусь, капец. Дети катаются на горке. Вот я уже и пришла, кстати. Слава богу, что моя маникюрша живет вообще в 3 шагах от моего дома. Я всегда прихожу раньше. Сейчас буду поздравлять ее. Не умею я ничего говорить красиво, а сейчас, как всегда, что-то фигни какой-то наговорю. Но главное, чтобы человеку было приятно. Я поздравляю. Я дома готовила речь. Ну, я не умею ничего говорить красиво. Я тебя знаю уже по стегу. Вот, и за это время я поняла, что ты не только классная девочка, а как человек, но и классный профессионал. Потому что ни один ногти твои не остались без внимания. Я тебе хочу подарить тебя. Запечатленную на картине, да. Ты простите? Да, я просто хотела. Ты обманула. Чтобы ты смотрела и поняла, что ты тут классная, и была каждым годом все лучше и лучше. Я люблю. Вот и так. Боже, спасибо тебе. Доставай. Я знаю. Тепло, чай еще как. Очень чай. Мне эта фотка очень нравится. Обалдеть. Сейчас мы с ними подошли. Класс. Супер вообще. Козерожка уходила. Настроение. Я что уходила. Реакция вообще, я еле слезы сдержала. Плачь мне, поплачу, подписчики увидели. Это, кстати, козерожка тоже. Как там делается вот так вот. Ничего себе. Я тебя не снимаю, не переживай. Реально красиво. Реально красиво. Да, вот там у тебя картинки не хватало. Сейчас запишу кусочек. Ну что, попрощалась я со своими когтиками, теперь у меня квадратики. Блин, меня уже привыкла, кстати. Прикольно, сейчас накрасим еще красиво. Тебе надо было со всех ракурсов снимать. Да? Да, оттуда. Вот такой получился маникюрчик. Так, а мы будем фоткать все-таки? Да. Офигенный, как всегда, короче. Вот. Мне нравится. Такая довольная. Отдал. Коньки. Надо их еще покремить, будет прикольно. Все и так пальцем. Чик-чик-чик, чтобы они... А, если я была... Капец, пришлось брать на прокат, потому что мои вообще отстойные.
А тут все засыпано, а льда по факту и нету. Я не знаю, как сейчас кататься. Жесть. А в этом году все сложнее, чем я ожидала. Особенно, когда он не почищен, и не видно, куда ты едешь. И сейчас пойдем вот туда смотреть, что там происходит. И пошел снег. Классно. Покататься. Какая-то буря. Невозможно кататься. Но мне везет, блин, пошла Наташа на каток. В общем, я вчера пришла с коньков и абсолютно забыла записать для вас видео. Так что я сейчас поем, пойду краситься и рассказываю вчерашний день, вчерашнюю историю. В общем, девочки, мальчики, рассказываю. Вчера неудачно приземлилась на попу, очень больно. Теперь еле-еле сажусь. Так вот, я вчера забыла записать вам, но вчера офигенно просто покатались на коньках, очень весело с ребятами. Но вчера я должна была идти на встречу, на чай с одним чувачком, которым я познакомилась на Буду, я вам рассказывала ранее. Мы с ним договорились как, когда я освобожусь, я ему набираю, он подъезжает, и мы там едем пить кофе. И получилось так, я решила ему написать заранее, потому что я уже довольно поздно. Где-то часов 6 мы собирались, это явно на час-полтора. Я ему пишу, ты тут, ну, в Телеграм. Он пишет, выбач, сегодня не сможу. Я такая, ага, то есть вы меня решили продинамить. Я пишу ему, ой, я как раз хотела сказать, что я тоже не смогу. И все, на этом наш диалог закончился. И я такая, ну все, чувак, ты меня больше не увидишь. Типа, зачем так долго настаивать на встрече, а потом просто взять и сказать, знаешь, у меня не получается. Мне не важно, какие там у человека проблемы, что он там не может. Во-первых, об этом надо говорить заранее, не когда я спросила, будет ли встреча. Это обычная людская толерантность человеческая. И после такого мне вообще не хочется давать никому шанс. Потому что вот этот менталитет моего города, мне очень обидно. Обидно, потому что я все равно доверяю людям. Поэтому этот чувак уходит из нашей жизни, никакого видосика про свидание у нас не будет. Вот, это раз. Что еще вам рассказать? Обязательно с ребятами пойдем на каток еще раз. Но это будет уже в конце следующей недели. И у меня как раз, наверное, копчик отойдет. Танцы вчера должны были быть, но вообще никто второй раз не собрался. Еще завтра у нас танцы. Я не знаю, вообще будут они или нет. Вот. А у меня еще 3 рабочих дня. И, по сути, у меня начинается недельный отпуск. Так что буду к вам выходить чаще. Боже, у нас солнышко, неужели? Зимой солнышко. Сегодня, кстати, опять морозы. Так что вот такой у меня был день. Поняла, что нужно... Да что такое? Что нужно насыщать свою жизнь активностями, только активности помогают чувствовать себя не одиноким. Так что берегите себя, будьте в тонусе. И все у нас будет хорошо. Я буду собираться и бежать на работу. Кстати, мои новые ногтики, смотрите. Красиво какие. Всем пока!